для овнов этот день будет удачным. Общение с окружающими будет приятным и полезным. Есть шанс познакомиться с людьми, благодаря которым ваша жизнь вскоре начнет меняться к лучшему. Вы можете понравиться, почти не прикладывая для этого усилий. Непростым будет начало дня у тельцов. Вы склонны слишком много беспокоиться о том, что не можете изменить, напрасно тратить душевные силы. Окружающим непонятна причина ваших переживаний, и это мешает общению. Сложный день с напряженным эмоциональным фоном будет у близнецов. Масштабных планов лучше не строить, едва ли вы сможете все их воплотить в жизнь. А если чего-то не успеете, то останетесь очень недовольны собой. Для раков этот день полон прекрасных идей и новых планов. Вы стремительно двигаетесь вперед, но иногда так торопитесь достичь поставленных целей, что упускаете что-то важное. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, которым хорошо известны ваши сильные и слабые стороны. Беспокойный день у львов. Вы часто сами не понимаете, в чем причина тревоги, которая мешает сосредоточиться, сделать все, что нужно. Есть опасность забыть о чем-то важном, подвести людей, которые рассчитывали на вас. Девам будет трудно собраться с мыслями. Может казаться, особенно утром, что в этот день вас не ждет ничего, кроме переживаний и волнений. Вы бы рады сосредоточиться на делах, но постоянно приходится отвлекаться, причем чаще всего на решение чужих проблем, которые вам совершенно не интересны. Утро у весов будет напряженным. Вам придется много думать о проблемах, причем не только своих, но и чужих. А вот возможность порадовать чем-то себя или близких едва ли представится. Некоторым весам к тому же напомнят об ошибках, совершенных раньше. И представители знака будут вынуждены потратить много сил, чтобы их исправить. Для скорпионов это непростой день. Вы часто переживаете и волнуетесь больше, чем обычно. Принимаете близко к сердцу то, чего раньше просто не замечали бы. Эти могут воспользоваться ваши недоброжелатели. Гораздо проще одержать верх над тем, кто утратил душевное равновесие. День у стрельцов складывается довольно благоприятно, но вы слишком много волнуетесь из-за мелочей. В этом не было бы ничего плохого, если бы не риск упустить что-то важное, слишком увлекаясь своими переживаниями. Козерогам будет нелегко. Вы не в ладу с собой, да и окружающих чаще обычно понимаете неправильно. Даже в самых обычных их замечаниях находите что-то обидное для себя. Самые впечатлительные козероги могут ссориться со старыми друзьями, обижать тех, кого любят. Для водолеев важно не нервничать с утра. Это трудно, потому что ситуация то и дело выходит из-под контроля. Приходится менять планы, делать то, к чему не лежит душа. У рыб хоть и могут возникнуть трудности, но этот день будет вполне удачным. Вы не сдаетесь, если на пути возникают преграды, и правильно делаете. Есть шанс достичь очень многого, но для этого нужна непоколебимая уверенность в своих силах.